Ремонт на улице Коминтерна в Твери продолжается. Работы ведутся в районе Бурашевского путепровода. Для устранения повреждений применяется литой асфальтобетон. За минувшую неделю восстановлено покрытие на поврежденных участках общей площадью порядка 315 квадратных метров на улицах Кольцевая, Коминтерна, Красина и Мусоргского. При благоприятных погодных условиях работа продолжится в круглосуточном режиме. Среди ближайших задач – полный вывоз смета с улицы Орджоникидзе. Также проводились работы по уборке смета на автомобильных дорогах и осуществлялась мойка проезжей части. Всего было вывезено около 800 кубов смета. Кроме того, были организованы работы подметально-уборочных машин.